Приветствую, друзья. Сегодня у меня очень будет интересный выпуск. Во-первых, хочу поблагодарить своих донатеров за вот такой вот классненький штативчик. Как раз давно хотел его купить для съемок видео со своим макетом. Вот, и сейчас моя, так сказать, маленькая мечта сбылась. Он, класс, кстати, очень высокий, до примерно 1,65 м высотой максимум поднимается. Вот, теперь вы сможете меня тоже, возможно, видеть в кадре. Сейчас я его зафиксирую, саму камеру. Вот так вот, и немножко направим. А чем необычный будет этот выпуск? Тем, что, как вы видите, здесь подключен вот такой вот динамик. Вот, кстати, я в кадре теперь появлюсь. А здесь у нас светодиодный, как бы, 7-сегментный индикатор, который отображает цифру этажа. Но он подключен не просто, а он подключен с помощью, так сказать, микросхемы MAX7219, по-моему, она называется. Это была обычная светодиодная матрица. Вот такая вот. Я ее просто вытащил. Ну, пока что на проволочке, потом попозже сделаю покрасивее, там в плату впаяю, здесь гребеночки припаяю вместо таких вот как бы гнездовых разъемчиков, и будет красивенько все в плату вставляться. Вот. Она позволяет подключить до 8 этих 7-сегментных индикаторов, или же до просто 64 светодиодов. Также у меня тут есть индикация, которая просто на резисторах и на прямом подключении в плату Arduino идет, вот на таких вот радужных проводочках цветных. Вот, и как бы слишком много проводов. Я решил, что лучше разобраться в этой светодиодной матрице, как ее подключать, чтобы было проще. И еще такой маленький плюс этого всего в том, что вот этот индикатор, это я хочу сделать его, чтобы он был на первый этаж, как бы доставал тут проводочек. Ну, такой довольно длинненький. Вот, проводочек длинненький, как бы я его сделал на уже коннекторах. Вот они видны, фиолетовые провода, такие много, 7 проводов. Отдельно это плюс, все остальные это минуса. Общий у них анод, у этих индикаторов моих зелененьких. Вот, и что хочу сказать, что на каждом этаже будет по индикатору. То есть вот тут и вот здесь вот будет по индикатору. Пока что вот один, там второй, но я его сниму, скорее всего, с резисторов этих. Эти радужные проводочки уберу, они, ну, как бы много места занимают. Тут как бы намного проще. Вот всего лишь 5 проводов идет в эту светодиодную матрицу, так сказать. А от нее уже там на все индикаторы, конечно, будет дольше. И вот, собственно, звук. Хотел вам показать. Такой взял динамичек из игрушки какой-то старенькой, которая у меня валялась где-то. И я сделал голосовое озвучивание приезда лифта на этаж. Пока что на английском языке, еще хочу добавить русский. Вот, сейчас вам все покажу. А, да, кстати, забыл сказать, что при управлении светодиодной матрицей, при перемещении между этажами индикатор не гаснет. А на обычном управлении с помощью просто Arduino, когда напрямую подключается, он гаснет, когда лифт находится между этажами. Вот еще такой плюс использования этой светодиодной матрицы. Так, сейчас зафиксируем лифт. Ой, зафиксируем камеру. Секундочку. Вот так вот. Камера зафиксирована. Сейчас резкость. Вот немножечко так. Ага. Так, и что ж, вызовем его на первый этаж. Отлично. На второй. Чуть-чуть не доехал. На третий.
смотрите, это ваш. Можем смотреть сразу же будет с первого, с третьего на первый ех. Или с первого сразу на третий. По-моему, отлично. На второй. Вот такое вот озвучивание. Сейчас еще покажу, что я хочу сделать дальше. Как вы видите, здесь есть такая, на первый взгляд, непонятная штука, вот эта железная. Это датчик веса. К нему крепится уже вот эта вот штучка, которую сейчас шатаю, которая сигнализирует об освобождении натяжения троса или обрыве троса, и лифт, получается, будет взвешивать, какой груз в него положен, и в зависимости от этого определять скорость вращения мотора. То есть, если груза будет положено очень много, например, сразу килограмм, я, кстати, планирую, чтобы он мог до 1 килограмма поднимать веса, хотя мотор может и на больше способен, вот, тут уже дело, как конструкция сама будет выдерживать. В принципе, я думаю, даже до 5 килограмм, возможно, она выдержит. Вот. И, ну, как бы брал с запасом все так, чтобы точно выдерживало, ничего не ломалось. Вот. И что хочу сказать, что если, например, веса будет положено много, например, 1 килограмм, то мотор будет автоматически как бы включаться на большую мощность, чтобы легко его поднимать. Или же, если, например, нужно будет опускать большой вес, мотор будет включаться на самые минимальные обороты, чтобы не слишком быстро опускать кабину вниз, чтобы она не проехала датчики точной остановки. Вот. Ну, пока что вот такие вот дела. Оставайтесь на связи, смотрите мой канал, ставьте лайки, комментарии, буду очень благодарен вам. Также за финансовую поддержку, очень приятно и помогает развивать канал дальше. Ну, а также делать этот лифт, что не может не радовать. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, пока!